Всем привет! Как меня видно, слышно? Отлично, отлично, замечательно. Вижу, связь хорошая. Очень хорошо, очень хорошо. Ну что ж, дорогие коллеги, у нас с вами сегодня самый классный вебинар, потому что мы с вами будем поздравляться. Я думаю, поздравляться любят все. Валечка, да, то есть поздравляться любят все. И, конечно же, итоги каталога номер 9 тоже были шикарными. Мы с вами очень хорошо отрабатываем лето, замечательно его отрабатываем. И, конечно, я вас всех поздравляю с целеустремленностью. Все мы с вами знаем, что тот, кто работает летом, осенью очень часто открывает звание. Причем вот у нас в прошлом летом, кто работал и работал интенсивно, практически все стали драгоценными директорами по осени, да, ближе где-то уже к Новому году звания очень хорошо открываются. И, конечно же, товарооборот нашей структуры составил примерно 1000 долларов, а это просто круто. Вы представьте, какие же это деньги. Извиняюсь, 1 000 000 долларов. Итак, итоги каталога номер 9 нашего проекта международного Faberlic Online составил 498 баллов. Это на самом деле ошеломляющая сумма, это 500 000 баллов, вы представляете, как мы разрослись. Конечно же, когда-то все начиналось с 2 людей, потом присоединилась я, и потихонечку мы начали расти. Конечно, когда мы составляли обучение, да, вот вспоминаешь вот то время, 2,5 года назад, драгоценных директоров в команде не было. Не было, и это круто, что все мы так с вами выросли. И самое главное, это то, что наше обучение работает, раз столько открылось драгоценных директоров, старших директоров, раз у нас столько с вами топ-лидеров. Прирост к прошлому году у нас с вами 254%. Да, вы представляете, насколько мы сами себя переросли. Это просто великолепно. Итак, итоги каталога номер 9. Еще хочется заметить, что новичков за прошлый каталог провели 5175 человек. И, конечно, это просто великолепно, что нашему проекту так доверяют. Вы представляете, 5175 человек пришло на наш проект покупать, продавать, худеть и зарабатывать. И это, дорогие коллеги, согласитесь, это очень здорово, и это просто великолепно. В среднем, конечно, это 247 новичков за день. Да, 247 новичков за день к нам присоединяется. Итак, всего по структуре у нас с вами 65 889 человек, с которых 17 644 человека оплатили свои заказы. Это значит, что каждый третий, четвертый делает заказ. Да? То есть у нас на проекте великолепнейшая статистика. И как мы вас обучаем на вебинарах, так у нас с вами и сходится. Да? Вот если взять общепроектные, да? Общепроектную статистику. Итак, у нас в этом по итогам прошлого периода открылись даже драгоценные директора. И, конечно же, давайте с вами их поздравим. Я очень горда лидерами, которые растут в лето. Я понимаю, что это немножко сложнее, чем в сезон. Итак, новое звание 12%. Старший лидер Светлана Багина, Россия, город Нижний Тагил. Светочка, мы тебя поздравляем, ты огромная умница, ты просто замечательный лидер, потому что расти летом на самом деле не так уж и просто. Еще одно новое звание, старший лидер, 12%, Александра Горбатенко, тоже Россия. Молодцы, великолепная работа, целеустремленные, классные лидеры.
Ждем, конечно же, в драгоценные директора осенью. Моя землячка с моего поселка, Ксюша Капустина, старший лидер, 12%, тоже Россия. Очень часто встречались с Ксюшенькой, и у меня дома встречались. Ксюша еще и мастер по маникюру, она мне делала ноготочки. Знакома с ней лично, ездила она с нами. И в Казань она с нами ездила, конечно же, и это, конечно, здорово. Мама ее ездила, то есть, да, мама тоже зарегистрирована. А когда Ксюша захотела работать в интернете, она пришла вместе с мамой, они вместе зарегистрировались. Вот. И, конечно же, старший лидер 12% Елена Лебедева, Россия. А у этого лидера очень невероятная история, потому что давным-давно Елену привел ее родственник. И этот родственник перестал работать, и Леночка растет самостоятельно. Да, и никогда, кстати, и не жаловалась, растет и очень даже такими хорошими шагами начала расти. С Леной мы виделись в Новосибирске на форуме. И я хочу сказать, что если лидер умеет, то ему не нужны регистрации под ним, он все равно вырастет. Вот вам, пожалуйста, пример наша Елена. Очень горжусь Леночкой. Старший лидер, муж старшего директора Валентины Нехороших, это Владимир Нехороших. У этой семейной пары семейный бизнес, что тоже очень-очень приятно. Да, Леночка, кстати, всегда вносит позитив в чат, как бы ей не было сложно, хотя как-то даже и незаметно, что ей сложно, потому что только на позитив приходят люди, начинают расти, и это просто здорово. Владимира поздравили. Конечно, новый старший лидер Наиля Файри. Два раза читала. Файзи Рахманова. Прошу прощения, на самом деле тренировалась, но не очень-то и получилось. Наиля, не обижайся на меня. Мы тебя поздравляем. Огромная молодец. Тоже с России у нас Наиля. И, конечно же, растет в лето. И, конечно же, вот еще одна девушка, которая просто растет семимильными шагами, наплевала на все сезоны, просто растет. Очень позитивная девушка, умница, красавица. Это уже новое открытое звание старший вице-директор, 19%, Наталья Анисимова, тоже с России. Поздравляем, Наташечка. Спасибо, не обижаюсь. Очень хорошо, что написала. Да, огромная умница, огромная умница, очень быстрый рост. Конечно, у нас с вами есть новые директора. Во-первых, это Нигора Абдурахмонова, с Таджикистана. Открыла статус директора. Это директор Орайхане Абдурахмоновой. Да, то есть великолепно, классно, молодцы, растете. Также у Танюши Белич открылся директор. Поздравляю Танюшу с первым директором в структуре. Это Татьяна Прокопьева, тоже с России. Танюшу поздравляем. Молодец, Танюшка. Также у нас открылись новые старшие директора Таисия и Арсений Григорьев из Белоруссии. Молодцы, здорово, великолепно, сильно. И, конечно же, вот она наша драгоценность. Это рубиновый директор Райхана Абдурахмонова, Таджикистан. Раечка, я тебя поздравляю. Если ты будешь смотреть записи, знай, что я тобой очень-очень горжусь. Мы с Райханой очень давно знакомы. Вот. И, конечно же, она не намного позже меня пришла в интернет-проект Фаберлик Онлайн. И, конечно, спасибо Райхане, что она выбрала меня и пришла ко мне. Очень позитивная, самостоятельная девушка. Просто добрая, классная, великолепная такая. Вот. А Райхана с нами едет на ассамблею. Райхана с нами едет в Доминикану. Райхана VIP 4-го уровня. Да, то есть об этой девушке говорить можно бесконечно. У нее также имеется свой офис, свой агентский пункт. Вот такая вот умница и красавица. Да, Валечка, на самом деле. Итак, далее о чем поговорим, это
о том, что у нас есть закрытые директорские квалификации. Во-первых, у нас с вами получили директора бонусы в размере 55 тысяч. Это в русских рублях. Конечно же, это здорово, и я всех поздравляю с такой премией. Эти бонусы квалификационные, они идут помимо выплат. То есть выплату лидеры получили, и, конечно же, получили этот бонус. Это Юрий и Ольга Корнеевы, тоже семейная пара, директора. Они подтвердили директоров. Молодцы, умницы. Также Любочка Смирнова, старший директор, получила квалификационный бонус. А также Екатерина Созиева вместе со своей мамой, которая сегодня будет вместе с нами вести вебинар, тоже получила премию. И, конечно же, все. А вот у нас премии. И сегодня еще хочется поздравить не Валентину Нехороших, которая по итогам прошлого каталога также получила бонус и сегодня будет про него нам с вами рассказывать. Ей я и передаю сейчас слово. Валентиночка, твой выход. Вот. А я уже потом попозже к вам обратно вернусь. Всем привет! Здравствуйте! Давайте проверим звук, как меня слышно. Если меня слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, пятерочки. Отлично! Просто замечательно! Сегодня мне предоставлено почетное право поздравить наших самых успешных лидеров, старших лидеров 12%. Я, конечно, мне очень приятно такое право почетное получить. Давайте знакомиться. Меня зовут Валентина Афанасьевна. Немножко расскажу о себе. Мне 57 лет. Я уже 2 года на пенсии. Для успеха возраст не помеха. Живу я в Челябинской области, на Урале. Недалеко у нас проходит граница Европы и Азии. Мы живем среди гор, в таком красивом природном месте. Моя первая профессия – это бухгалтер. Далее много лет я работала начальником отдела налоговой инспекции. Ну, как всегда, нам же хочется свободы, свободного графика, без начальника, понедельника и будильника. Поэтому я здесь. На проект я пришла год назад, один годик. Сразу поставила цель выйти на уровень директора 23% к моему дню рождения. Получилось. За 5 месяцев, это 8 каталогов, 8 каталожных периодов, я вышла на уровень 23% точно к моему дню рождения. Я очень рада. Затем 8 периодов, это 4 месяца, я подтверждала квалификацию. Каждый каталог выходила на 23%, даже с плюсом. И подтвердила, в 7-м каталоге подтвердила звание директор. Конечно, очень была рада, получила бонус 55 тысяч на расчетный счет в банке, на мой расчетный счет. Все точно, все верно, все по маркетинг-плану. И в 7-м каталоге я уже открыла звание старшего директора. Сейчас я нахожусь в открытом звании старший директор. Это заслуга не только моя, но и заслуга моей активной, дружной и самой замечательной команды. Огромное спасибо всем. И спасибо всем лидерам, которые проводят вебинары для всех, для всего проекта, для всей команды. Огромное спасибо. По такой системе просто не быть успешным нельзя. Просто невозможно. Я очень глубоко уверена, что неважно, в каком вы возрасте, где вы живете, в большом селе, в большом городе или в маленьком селе, главное, чтобы у вас было желание изменить жизнь к лучшему. И сегодня мы поздравим наших лучших лидеров нашего проекта. Хочу пожелать им новых достижений, новых званий. Верьте в себя, уверена, все у вас получится. Потому что при такой системе обязательно все получится.
А теперь мы переходим к поздравлениям. Поздравляем старших лидеров с уровня 12% по маркетинг-плану. Объем, групповой объем 1000 баллов и более. Международный интернет-проект Faberlic Online. Поздравляем Диану Авдеева, Россия. Валентина Алумская, Россия. Ирина Бажина, Россия. Тамара Баранова, Россия. Светлана Бачурина, Россия. Заранее прошу прощения, коллеги, если я неправильно поставлю ударение на фамилию. Евгения Бизина, Россия. Татьяна Богатур, Россия. Лилия Бондарчук, Украина. Бизнес у нас международный. Татьяна Борисевич, Беларусь. Татьяна Букарь, Казахстан. Елена Вареница, Казахстан. Мария Василенко, Казахстан. Анастасия Велачева, Россия. Дарья Видник, Украина. Ольга Власова, Украина. Оксана Говоркян, Россия. Ксения Гладкова, Россия. Наталья Грицук, Россия. Оксана Гуцева, Россия. Татьяна Диченкова, Россия. Вдвойне приятно. Татьяна – партнер моей команды. Поздравляю. Светлана Дударева, Россия. Залина Дьячкова, Россия. Евгения Елтышова, Казахстан. Роза Емельянова, Россия. Райля Забайдулина, Россия. Алена Загороднюк, Россия. Виктория Зубишина, Россия. Диана Иванова, Россия. Татьяна Калентьева, Россия. Зоя Камыхина, Россия. Анастасия Кананыкина, Россия. Жанна Качан, Россия. Анастасия Кошляк, Беларусь. Людмила Кирсанова, Беларусь. Екатерина Киселева, Казахстан. Валентина Ключникова, Россия. Ирина Кобелева, Россия. Екатерина Коротовских, Россия. Алексей Кузьминский, Россия. Светлана Кукла, Украина. Надежда Курилова, Россия. Ирина Кутина, Россия. Партнер моей команды. Поздравляю, Ирина. Яна Лаврентьева, Россия. Юлия Ланд, Марина Ващенко, Россия. Наталья Ларина, Россия. Нателла Лауган, Россия. Ирина Лебедева, Россия. Александра Ломакина, Россия. Надежда Лукашова, Россия. Марина Лукьянова, Россия. Алла Майнусова, Россия. Наталья Малеева, Казахстан. Николай Мальцев, Казахстан. Виктория и Сергей Маркевичи, Беларусь. Ольга Маркина, Россия. Инна Мартыненко, Украина. Евгения Межунова, Россия. Ирина Минчикова, Россия. Татьяна Мизгулина, Россия. Наталья Минович, Беларусь. Ирина Мицай, Россия. Ольга Мищенко, Украина. Елена Марданова, Россия. Юлия Моторыкина,
Украина. Наталья Мусорина, Россия. Анастасия Мустафаева, Азербайджан. Индира Мухамеджанова, Казахстан. Марина Никандрова, Россия. Алена Кучма, Россия. Анастасия Намейская, Беларусь. Светлана Ольховская, Россия. Светлана – партнер моей команды. Очень приятно. Инна Осадчая, Украина. Наталья Осадчук, Россия. Ирина Пархомовская, Россия. Елена Пивоварова, Казахстан. Евгения Пономарева, Украина. Татьяна Пономарева, Казахстан. Татьяна Потапова, Россия. Марина Потылицына, Россия. Вита Примак, Украина. Наталья Приходченко, старший лидер 10% Казахстан. Татьяна Романова, Россия. Алена Рубцова, Россия. Ольга Рубцова, Беларусь. Варвара Самагина, Россия. Рашида Самотканова, Россия. Партнер моей команды. Галина Сгибнева, Россия. Анастасия Семенова, Россия. Лариса Сердюцкая, Россия. Ксения Сидоренко, Россия. Анна Скопина, Россия. Наталья Смирнова, Россия. Ирина Спица, Украина. Татьяна Спринчак, Украина. Игорь Стахов, Украина. Милеуша Султанова, Россия, партнер моей команды. Марина Суркова, Россия. Вероника Сурыгина, Россия. Наталья Сырыця, Беларусь. Тулубекова Айгуль, Кыргызстан. Анастасия Устинова, Россия. Екатерина Фандикова, Россия. Галина Фистина, Россия. Наталья Фофанова, Россия. Альфира Хамитова, Россия, партнер моей команды, Ямал. Людмила Харькова, Россия. Любовь Черкасова, Россия. Лейсан Шарипова, Россия. Римма Шевченко, Россия. Елена Шелест, Украина. Ольга Шелихова, Беларусь. Екатерина Шуст, Россия. Елена Шушакова, Казахстан. Ирина Щетникова, Россия. Альбина Юланова, Россия. Светлана Яковлева, Кыргызстан. Яна Яковлева, Россия. Евгения Яцкова, Россия. Дорогие лидеры, самые-самые лучшие старшие лидеры 12%. От всей души мы вас поздравляем. Вы огромные, вы молодцы. Желаем вам новых званий, новых достижений. Верьте в себя, верьте в команду. Я уверена, у вас все получится. А сейчас я передаю слово следующему спикеру, успешному лидеру Ольге Созиевой. Добрый день, вернее уже вечер. Как меня видно, слышно? Поставьте плюсики. Вижу, видите и слышите, отлично.
Ну что, сначала я хочу передать вам пламенный, горячий кавказский привет с юга России. Я вещаю из города Ростов-на-Дону. Это традиционно считается ворота Кавказа. У нас очень жарко, не знаю, как у вас, у нас жара стоит. На следующей неделе обещают до 40 градусов. Ну, традиционно, перед тем, как приступить к поздравлениям, я расскажу немного о себе. По профессии, по образованию и по призванию я педагог. Почти 15 лет я проработала в системе образования. Я работала учителем начальных классов, воспитателем в детском саду, была руководителем центра, развивающего центра дошкольного. И по совместительству я многодетная мама. Мы с мужем уже вырастили взрослых, четверо детей, два сына и две дочери у нас. И совсем недавно, когда Россия отмечала День независимости, мы отмечали свой маленький праздник. Для нас он очень большой. Это солнечная свадьба у нас была, 31 год со дня совместной жизни нашей, скажем так. Отмечали, как и положено, солнечную свадьбу, отмечали на берегу Черного моря в славном городе Сочи. Ну, и сейчас немного о конкретной работе. То есть пришла я в компанию в конце 16-го каталога 2016 года. Одну минутку, слайд мне не поставили мы. Так, Аня, а почему моего слайда нет? Так, сейчас пока Аня подправит здесь все. А, есть, да. Прошу прощения, это у меня, наверное, задерживается немножечко. Пришла я в компанию в конце 16-го каталога 2016 года. Пришла я осознанно в компанию сюда, имея опыт работы в другой сетевой компании. Вы знаете, Faberlic стала для меня открытием. Faberlic стала для меня, наверное, находкой. Я была просто поражена качеством, ассортиментом, ценами, маркетинг-планом. То есть я даже не имела, честно говоря, представления об этом. И, конечно, с удовольствием и с азартом включилась в работу. И на пятый каталог активной работы я открыла звание директор. Еще через, кстати, взяла быстрый старт, то есть получила премию за быстрый старт 55 тысяч рублей. И через несколько каталогов открыла следующее звание старшего директора. И вот по итогам прошлого каталога, наконец-то я закрыла звание директор, то есть сейчас я уже в закрытой квалификации директора и получила еще одну премию 55 тысяч. То есть столько премий, получается 110 тысяч я получила. Договор с компанией я еще не заключала и деньги на расчетный счет пока не выводила, поэтому они у меня собираются пока на объемной скидочке. Так вот скажу, что на сегодняшний момент у меня уже там 300 тысяч набралось. Так что это я для тех, кто еще сомневается, кто смотрит на свои небольшие выплаты и переживает, а будет ли он когда-нибудь зарабатывать. Будете, обязательно, непременно будете зарабатывать еще больше. Что хочу сказать. Конечно, очень хочется поблагодарить свою команду. Обожаю, люблю всех, каждого человека своей команды. Я просто, ну, преклоняюсь, что ли, всем людям, которые поверили, которые за мной пошли и которые вместе со мной делают свою работу. Я желаю вам стремительного, легкого полета, настоящего головокружительного успеха. Ну и, конечно же, хочу сказать, как и для любого лидера, это самая лучшая команда. Мои девочки и мальчики, самая лучшая команда. Ну, другие не обижайтесь, для лидера любого свои самые-самые-самые лучшие, как и дети. Пока, имея опыт работы в сетевом бизнесе, хочу просто сказать, что сейчас в мире гораздо больше возможностей для быстрого старта и для роста. Если лет 10-15 назад
закрыть звание за год, выйти на уровень директора за год считалось быстрым результатом, а те, которые случайно закрывали два, ну, три, это вообще был нонсенс просто. То есть больше одного звания это было уже что-то, ну, из ряда вон выходящее. То на сегодняшний день, имея интернет-технологии, закрыть несколько званий за год – это вполне нормально. Ну что, начинаю, приступаю, вернее, к оглашению списка. Мне выпала великая честь, большая честь поздравить сегодня наших замечательных вице-директоров уровень 15%. И я горда тем, что среди них есть и члены моей команды. Итак, 15% по маркетинг-плану, вице-директор, товарооборот групповой от 1500 баллов. Одну минуточку, чтобы не ошибиться. Разиля Ананьева, Россия. Маргарита Балакина, Россия. Марина Банман, Россия. Это мой самый любимый лидер. Мариночка, я счастлива, я жду тебя на следующей ступенечке. Лариса Бойко, Украина. Людмила Брайм, Украина. Галина Гайсина, Россия. Светлана Ганиева, Казахстан. Марина Дроздова, Казахстан. Ольга Дубинич, Россия. Ольга Дьяченко, Казахстан. Марина Есюнина, Россия. Ирина Игнатова, Казахстан. Антонина Камоликова, Россия. Татьяна Князева, Украина. Наталья Копытова, Россия. Татьяна Кривенко, Россия. Алена Кучма, Россия. Юлия Левашова, Россия. Галина Лубинская, Россия. Ирина Музычук, Казахстан, прошу прощения. Эльвира Мустаева, Россия. Ирина Мясникова, Россия. Ольга Назарова, Казахстан. Елизавета Наконечникова, Россия. Елена Нурмагомбетова, Россия. Оксана Парамонова, Россия. Ирина Подзолкина, Россия. Елена Привалова, Россия. Татьяна Протасова, Россия. Ольга Пухова, Россия. Марина Русевич, Беларусь. Ирина Рыбникова, Россия. Елена Ряполова, Россия. Акнур Сапарбаева, Казахстан. Марина Стачек, Россия. Галина Сгибнева, Россия. Кристина Сердечная, Россия. Анна Слюсаренко, Россия. Людмила Соколовская, Россия. Евгения Сосова, Казахстан. Нина Усманова, Россия. Ирина Устинова, Россия. Анна Ушакова, Украина. Вера Фирсова, Россия. Ирина и Игорь Фроловы, Россия. Ольга Ханжина, Россия. Любовь Хутная, Беларусь. Сергей Хяникайнен, Россия. Прошу прощения. Людмила Черкасова, Украина. Елена Шабанова, Россия.
Лев Шалагин, Казахстан. Виктория Шевченко, Украина. Юлия Шереметьева, Россия. Виктория Шпегель, Украина. Марина Шубина, Россия. Светлана Шулакова, Россия. Ирина Шумакова, Россия. Анастасия Юшко, Россия. Ну вот, дорогие лидеры проекта, дорогие вице-директора, вам, вы прошли большой путь, вы прошли половину пути, вам осталось всего две ступенечки до серьезного решающего звания директор. Я желаю вам пройти эти две ступенечки легко, быстро. По пути приобретайте новых партнеров, активных, целеустремленных, влюбленных в нашу компанию, в нашу продукцию. Успеха и только вперед! А мы сейчас приступаем к поздравлению старших вице-лидеров. Ой, что я наговорила? А. Итак, 19% по маркетинг-плану, 2000 баллов и более. Елена Абросимова, Россия. Анна Авдонина, Россия. Ольга Автаева, Россия. Татьяна Арнст, Россия. Елена Баланаева, Россия. Ольга Бирюкова, Россия. Екатерина Ваганова, Россия. Ольга Васильева, Россия. Людмила Виноградова, Россия. Юлия Виталева, Россия. Дина Войткова, Россия. Екатерина Гезима, Россия. Елена Гилева, Россия. Ольга Голованова, Украина. Елена Гончарова, Беларусь. Диана Гумерова, Россия. Ольга Демченко, Россия. Светлана Дикусар, Украина. Наталья Долотова, Россия. Кристина Драгой, Россия. Светлана Дубенецкая, Украина. Светлана Дударева, Россия. Елена Дюкре, Россия. Анастасия Егорова, Россия. Светлана Елхина, Россия. Ирина Есина, Россия. Елена Жмак, Казахстан. Дарья Забелина, Россия. Расима Загирова, Россия. Виталий Зюзин, Россия. Людмила Иванова, Украина. Ирина Исмагулова, Казахстан. Анастасия Казанова, Россия. Юлия Карасева, Россия. Куаныш Мусакова, Казахстан. Ульяна Кириллова, Россия.
Валентина Киселева, Беларусь. Александра Компсиенко, Россия. Владимир Кунзин, Россия. Елена Корнева, Киргизия. Елена Коробейникова, Россия. Олеся Кузьмина, Россия. Маргарита Курова, Россия. Людмила Ладная, Россия. Ольга Лапченкова, Россия. Юлия Латыпова, Россия. Юлечка, прошу прощения. Ольга Ложкина, Россия. Ирина Максиян, Россия. Марина Мальцева-Близнецова, Украина. Елена Мелихова, Россия. Екатерина Микса, Россия. Юлия Минец, Украина. Наталья Никульникова, Россия. Гульнас Нуриева, Россия. Светлана Павлова, Россия. Екатерина Панина, Россия. Татьяна Петрага, Беларусь. Людмила Саханская, Россия. Ольга Сёмушина, Россия. Евгения Сергеева, Россия. Алина Сергеева, Россия. Ирина Сигида, Украина. Дарья Созиева, Россия. Это моя старшая дочь. Елена Соколова, Россия. Марина Соловьева, Россия. Олеся Соляк, Россия. Светлана Спасина, Россия. Ирина Тихонова, Украина. Ольга Ато, Россия. Марина Филатова, Россия. Людмила Филоненко, Россия. Ольга Чернова, Россия. Ирина Шагина, Россия. Миляуша Шарипова, Россия. Татьяна Шиндина, Россия. Алена Шолохова, Россия. Все. Так, очень много наших топовых лидеров, старших вице-директоров, уровень 19%. Дорогие, от всей души поздравляю вас с этим уровнем. Желаю вам всем роста, энергии, энтузиазма, настойчивости, упорства, азарта, вдохновения. Ну а главное, это вера в себя. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Я передаю слово следующему спикеру. Оля Дубяга, принимай эстафету. Всем привет! Как меня видно, слышно? Сейчас, что-то тут... Если меня слышно и видно, поставьте плюсики в чат. Замечательно, отлично. Итак, мне сегодня выпала честь поздравить наших дорогих директоров с подтвержденными званиями, потому что Анечка у нас уже объявила новое звание. Я поздравлю подтвержденное звание. Но, естественно, хочется
для начала представиться, кто меня не знает, познакомиться. Меня зовут Ольга Дубяга, ко мне присоединился 3 каталога назад муж Александр, у нас сейчас с ним семейный контракт. Я на проекте 1,5 года, и за это время я открыла звание директора, еще через 1,5 года старшего директора, и уже закрепила его. В нашей семье месяц назад произошло пополнение, и мой муж, он увидел перспективы в компании Faberlic, на проекте Faberlic Online, решил меня поддержать, потому что с появлением малыша, конечно же, мы предполагали, что времени будет меньше на работу, и решили объединиться и заключили семейный контракт, за что я очень ему благодарна. Но самое приятное в нашей компании, спасибо большое за поздравление, что в нашей компании, в единственной компании сетевой, платится бонус материнства. То есть мы сейчас, получается, прибавили в семье, да, у нас появился малыш, и компания Faberlic за 2-го ребенка нам выплачивает 58 тысяч бонус материнства по 3 тысячи в каталог в течение года. То есть вот, такой приятный бонус, да, я думаю, что очень много у нас мамочек в декрете, а на проекте, наверное, 70%, да. И не бойтесь, рожайте. Компания Faberlic поддерживает наших дорогих мамочек и папочек. Если у вас контракт заключен на папу, то и папа тоже будет получать бонус материнства. Да, у нас 2 детей, 4 годика и 1 месяц вот уже ребенку. На первого ребенка компания платит 27,5 тысяч рублей, за 2-го и последующих 58 тысяч рублей. Ну и давайте приступим к поздравлению наших дорогих директоров. Это уже самое... Первая ступенечка, к которой нужно стремиться с самого начала регистрации. Как только вы зарегистрировались в проекте, вы должны сразу себе поставить минимальную цель, это директор. А групповой оборот у директоров от 3000 баллов и выше. Итак, это у нас Ольга Амелина, страна Россия. Татьяна Андреева, тоже из России. Ирина Архангельская, тоже Россия. Светлана Острелина, Казахстан. Проект у нас международный, поэтому у нас директора открываются и в России, и в Казахстане, да, и во всех странах, с которыми мы сотрудничаем. Это очень приятно. Анна Баби, Россия. Татьяна Белич, Россия. Надежда и Александр Билик, Россия. Ирина Бабкова, Россия. Ирина Богородская, Россия. Елена Бондарь, Украина. Ольга Буланова, Россия. Галина Ватлина, Россия. Олеся Войтенко, Казахстан. Анна Габанкаева, Казахстан. Татьяна Гартингер, Россия. Арминуи Гаспарян, Россия. Алена Гридина, Украина. Каролина Денисюк, Украина. Татьяна Драгунова-Родионова, Россия. Дарья Забелина, Россия. Анна Зарубина, тоже Россия. Мария Зели, Россия. Марина Иваненко, Казахстан. Камила Идрисова, Казахстан. Если ударение не туда, ставлю, заранее извиняюсь. Юлия Казанская, Россия. Екатерина Каташинская, Украина. Татьяна Киселькова, Россия. Светлана Клевачева, Россия.
Оксана Комарова, Россия. Юрий и Ольга Корнеевы, Россия. Наталья Корчагина, Казахстан. Юлия Круглова, Россия. Оксана Крысенко, Казахстан. Юлия и Виталий Макликовы, Россия. Александра Мащенко, Украина. Владимир Овчаренко, Россия. Екатерина Павленко, Россия. Ольга Пенина, Россия. Ирина Попова, Казахстан. Елена Прилепина, Россия. Евгения Путинцева, Россия. Виктория Рассказова, Россия. Евгения Ришко, Украина. Марина Сакулина, Россия. Альфия Сафина, Россия. Елена Сидоренкова, Россия. Екатерина Сильвестрова, Беларусь. Оксана Скачкова, Россия. Ольга Тарасевич, Беларусь. Жанна Тарасова, Россия. Майя Тонконогова, Россия. Екатерина Тур, Беларусь. Лилия Хатмулина, Россия. Юлия Хлебникова, Россия. Екатерина Цаплина, Россия. Алина Шаланина, Россия. Татьяна Шалобродова, Россия. Оксана Шамшина, Россия. Елена Шевчук, Россия. Оксана Шеремета, Украина. Анастасия Шиянова, Россия. Фарух Юсупов, Таджикистан. Татьяна Арапова, Россия. Галина Асаулова, Россия. Марина Беда, Россия. Оксана Милентьева, Россия. Наталья Порфирьева, Россия. Ольга Пчельникова, Россия. Ирина Ревенюк, Россия. Все у нас такие красивые, успешные. Смотришь на лидерский состав, на топов и понимаешь, что лидерами топ, лидерами проекта, директорами становятся такие позитивные, такие успешные, да, на позитиве люди, потому что на фотографиях у всех счастливые лица, у всех искрятся глаза. Желаю вам дальше достигать высот, становиться старшими директорами, серебряными, золотыми, рубиновыми и так далее по лестнице успеха. Догоняем наших Аню с Антоном, дорогих, и желаю вам в новом каталоге, конечно же, открыться новыми, чтобы вас на поздравительном вебинаре объявляли в самом-самом начале. Передаю эстафету далее. Итак, как вам наше количество успешных лидеров на нашем проекте? Удивились, наверное, да? Если новички есть на вебинаре, скорее всего, конечно же, удивились. Ну что ж, спасибо девочкам. К сожалению, Любочка Смирнова не смогла, она хотела с нами вместе провести вебинар, но ее заменила Олечка Созиева. Огромное спасибо Олечке. Вот. И, конечно же, начнем мы с вами со старших директоров. Старший директор – это 5000 баллов по структуре или директор и 2000 баллов в бок от него, да? Вот. Итак,
Начнем мы с вами с Юлии Андрейко. Украина – это сестра Николая Андрейко. Умница, красавица, растет. Вот Ольга Васильева – Россия. Олеся Владимирова – Россия. Жанетта Вяткина – Казахстан. Александра Гаранжа – Украина. Татьяна Гусева – Россия. Евгений Зиновьев, Россия. Уже два раза с семьей Зиновьевых виделись. Татьяна Лебедева, Россия, моя сестричка. Нина Маркина, Россия. Любовь Медведева, Россия. Марина Михейкина, Россия. Ирина Николаева, Россия. Елена Потанина, Кыргызстан. Наталья Полякова, старший директор. Юлия Потапенко, Беларусь. Галина Селитренникова, Россия. Галина Станкова, Россия. Валентиночка Щенникова. Не могу назвать Валей. Такой позитивный человек. Боже мой, как я Валечку люблю. Россия. Оксаночка Анайка. Тоже старший директор, Украина. Любовь Афимьина, Россия. Юлия Белоусова, Украина. Валентина Веселова, спикер нашего сегодняшнего вебинара, Россия. Анна Вилкова, Россия. Татьяна Даянова, Россия. Ольга Александр Дубяги, Россия. Екатерина Зубенко, Россия. Лейла Калашникова, Украина. Юлия Карабанова, Россия. Анастасия Мазур, Россия. Людмила Матвеева, Россия. Мария Назарова, Россия. А у нас Машенька случайно два раза не была? Ольга Повстина, Украина. Татьяна Прокудина, Казахстан. Маргарита Реброва, Россия. Оксана Рущак, Украина. Слайды вперед бегут? Интересно. Валентина Скоморохова, Россия. Любовь Смирнова, Россия. Екатерина Созиева, Россия. Екатерина Соцкая, Россия. Угу, хорошо, не бегут, да? Вера Тыщенко, Казахстан. Анастасия Цыганова, Россия. Надежда Чертулова, Россия. И начинаем поздравлять драгоценный состав. Начнем с вами с серебряных директоров. Серебряные директора – это люди, которые смогли помочь двум директорам вырасти под собою, да? Поэтому серебряные директора – это уже две директорские веточки. Итак, это Анна Атамась, Украина. Почему-то тут у нас старшие директора Альфия и Азамат Ахмедзяновы. Ну, давайте их поздравим. Они уже, наверное, скоро-скоро станут серебряными, раз попали уже, да, в драгоценный состав. Поэтому открываемся. Дарья Пахильчук, Россия. Татьяна Русакова, Беларусь. Татьяна Федосеева, Россия. Владимир Кипин, Россия. Ирина Тихонова, Россия. И пошли у нас с вами золотые директора. Виктория Карапина, Россия. Ирина Ткаченко, Казахстан. Казахстан. Виделись с Ириночкой на ассамблее. Наталья Уткина, Россия. И пошли у нас с вами новые рубиновые директора. То есть не новые, но рубиновые. Ольга Воробец, рубиновый директор, Украина. Драгоценный состав. Поздравляем! Активнее, девочки, мальчики.
Евгения Клочкова, рубиновый директор, Россия. Снежана Лоскутова, рубиновый директор, Россия. Кстати, тоже двойной быстрый старт. Татьяна Сафронова и Сергей Попирайко, рубиновые директора, Украина. И у нас еще с вами есть бриллиантовые директора. Это уже 6 директорских веток. Валентина Захарова, бриллиантовый директор, Россия. Татьяна и Александра Распоповы, бриллиантовые директора, Россия. У нас есть с вами национальный директор. Николай Андрейко, основатель проекта. И международный директор, я сейчас в открытом звании, да, это Аня и Антон Кононовы. Мы работаем вдвоем с мужем, присоединились к компанию 2,5 года назад. А до этого я работала продавцом, а Антошка монтажником-высотником. Вот, потому что я вначале забыла про себя рассказать. Ну что ж, дорогие коллеги, я желаю всем роста, удачи, везения. Всем новичкам я желаю поскорее попасть в чат топ-лидерам. Всем нашим дорогим топ-лидерам поскорее в директорский состав интернет-проекта Faberlic Online, совет директоров. А всех директоров я, конечно же, зову в драгоценный состав. Почему? Потому что в этом году мы уже едем с Николаем, с Татьяной и еще много поеду драгоценных директоров с нами в Доминикану. Дорогие коллеги, это абсолютно бесплатные, классные поездки. Это 5-звездочные отели, это 5 минут от океана. Это просто великолепные, незабываемые ощущения. Да, нас там и накормят, и искупают, и на экскурсии сводят, и в 5-звездочный отель по месяц. Все это бесплатно. Поэтому минимально стремитесь, конечно же, к подтвержденному золотому директору. Там не только хорошие выплаты, там не только симпатичные премии, да, 165 тысяч за подтверждение. Вот, там еще и, конечно же, вот эти вот самые поездки, там бонус стабильности. С уровня бриллиантового директора уже платится бонус развития. Всем я вам уже показывала, хочется только рассказать о бонусе развития новичков. Почему? Потому что в прошлом году он перечисляется раз в год, это 30% от всех премий директоров, то есть и директора получают полноценные премии, и мы получили 30% от каждой премии, каждого директора в нашей структуре. Я вам хочу сказать, что это было за 100 тысяч. Это просто огромные деньги, и когда они нам пришли, мы, конечно, были в шоке. Да, поэтому стремитесь выше, как минимум золото, и, конечно же, бриллиант – это самый оптимальный вариант. Это бриллиантовый директор, 6 директоров под вами. Что такое директор? Директор – это 60 человек по 50 баллов. Не так все и сложно. Терпение – труд, все перетрут. Мои дорогие коллеги, мы вами гордимся, мы вас поздравляем, желаем вам роста, везения, терпения, трудолюбия, во всем вдохновения, чтобы у вас все получилось, чтобы вам покорились новые уровни, чтобы все у нас с вами было хорошо. Желаю самое главное всем, кого мы поздравляли на этом вебинаре, чтобы в следующем каталоге мы поздравляли на ступеньку выше, как минимум, а лучше на две. Всем пока-пока, спасибо вам за внимание, спасибо за то, что вы пришли поздравить наших лучших топ-лидеров, наших директоров, наш драгоценный состав. Огромное вам спасибо за внимание. До свидания.